Гагарин, новый Уренгой. Что делаете ночью вы? Свою любовь и вот бесслезно опять давлю из всех на газ. Мелькают лица и мгновения, но только где-то через век я понимаю с сожалением, кто был любимый человек.
Друзья, мне хочется пожелать вам, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы, благополучны, чтобы все у вас было хорошо. Знаете, я преклоняюсь перед вашим трудом. Вы совершаете настоящие трудовые подвиги ежедневно. И спасибо вам за ваш сегодняшний подвиг, потому что находиться под таким проливным дождем, боже мой, я думаю, небеса разверзлись, и вся вот эта вода просто вылилась на вас сейчас, а вы до сих пор здесь еще почему-то. Спасибо вам, друзья! Спасибо, мои хорошие. Сегодня буду петь для вас всю свою сцену. Все же на мне с тобой.
свою любовь и вот слезно опять давлю из всех на газ. И как лицы мгновения, но только где-то через век я понимаю сожаление, то был любимый человек. Обратился молодой человек, который захотел вот сегодня здесь, с этой сцены, сделать предложение своей любимой девушке. Всем привет, Надым! С праздником вас, с юбилеем! Вам спасибо огромное за предоставленную возможность. Всего вам хорошего, наилучшего, но, к сожалению, чуть сцене вам, цветы для дорогого мне человека. Я бы хотел назвать его на сцену Александра. Стань частью моей, большей частью. Это больше, чем весь мир. Выходи за меня. Как это трогательно! Хочется свершать, добиваться всего. Хочется прям максимально радовать человека. Это такое чувство непередаваемое на самом деле. Вот никогда в жизни такого не было у меня.